Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале China Watch Info. И сегодня речь пойдет о необычных часах бренда Оками. Или Оками. Или Оками. Как вам больше нравится? Я не знаю, как правильно произносить данное слово. Поэтому буду произносить его с ударением на второй слог Оками. Так вот, что это за бренд? Это бренд часов, которые продаются в сети ювелирных магазинов Sunlight. И я эти часы в других магазинах не встречал. Чем приглянулись мне данные часы? Дело в том, что данные часы стоят очень дешево. Особенно, если брать их по скидке, с бонусами, купонами и так далее, и тому подобное. В общем, данная модель, которая называется у нас Бир, что в переводе на русский медведь. На часах это, кстати, у нас не написано, зато есть вот такой вот отпечаток медвежьей лапы на задней крышке. Стоит упомянуть и о упаковке часов. Часы поставляются вот в такой коробке. Возможно, и не в такой, потому что я купил сразу несколько часов бренда Оками, и какие были в какой коробке, я уже не помню. Но коробки все выполняются из такого вот материала. То есть это у нас получается крафтовая бумага. И, значит, форма может быть вот такая вот круглая, может быть прямоугольная. Также некоторые модели поставляются в коробках от ювелирных изделий Sunlight. Внутри вот такая вот бархатистая поверхность, куда вот в эту ложе и размещаются у нас часы. Коробка выглядит довольно стильно, поэтому если вы покупаете часы Оками в подарок, данная коробка вас не разочарует. Так вот, часы Оками представлены в сети ювелирных магазинов Sunlight. Не только данной модели, также можно встретить модель Lobster, Сурикат, ну и так далее и тому подобное. У данной марки есть сайт, на который вы можете зайти и посмотреть ассортимент. Так вот, без скидки эти часы, вот у меня тут есть бирка, стоят 7850 рублей. Не знаю, кто будет покупать эти часы за эти деньги. Судя по отзывам на сайте Sunlight, за такую сумму их никто никогда в жизни не покупал. 2400 рублей. Много это или мало за такие часы? Обычно за такие деньги на AliExpress мы можем встретить часы гораздо более низкого качества. Чаще всего корпус за эти деньги будет из сплава, да и механизм, скорее всего, будет безымянный китайский. В этих же часах стоит механизм Seiko, кварцевый. На бирке это не написано, но зато на бирке написано, что японский кварц. Кстати, у часов есть ГОСТ. Сделаны часы у нас в Гонконге, и на бирке указана фабрика, которая их производит. Данные часы продаются уже несколько лет в Sunlight. Я о них узнал совсем недавно и недавно же и приобрел. Корпус у нас действительно из нержавеющей стали, сатинированный. Безель у нас не вращается. Циферблат в данном экземпляре синего
цвета. Также у нас синего цвета ремешок. Как вы можете заметить, стекло обладает у нас голубым отливом, что говорит о том, что присутствует антибликовое покрытие. На задней крышке, кроме поштамповки медвежьей лапы, у нас присутствует артикул, надпись Japan Movement, а также у нас обозначены характеристики часов вот в таких вот квадратах. Крышка у нас отвинчивающаяся, то есть это не простейшая крышка-хлопушка. Что хочу сказать, заводная головка у нас вывинчивающаяся, то есть присутствует резьба. У нее довольно большой ход, то есть в течение довольно продолжительного времени вряд ли вам удастся ее сорвать. Обычно на дешевых китайских часах заводная головка имеет всего несколько витков, и из-за мягкого металла она у нас быстро срывается. Положение у нас со стоп-секундой обладает и переводом стрелок. Как вы можете заметить, отлично читаются показания. Стрелки отлично сочетаются с метками на циферблате. Качество изготовления тоже находится у нас на высоком уровне. Единственный минус данных часов – это ремешок. Хоть здесь и написано, что он выполнен из нержавеющей стали, что он выполнен из натуральной кожи, хотя вот нижняя часть действительно кожаная, остальное все это у нас напоминает мягкую резину. Естественно, как вы знаете, резиновые ремешки быстро приходят в негодность. Они ломаются. Кожа вот эта вся стирается. Ну, а теперь давайте мы измерим наши часы первоклассным высокоточным прибором. Кстати, вы, наверное, заметили, что данные приборы используют многие обзорщики часов. А так как вы находитесь на лучшем часовом канале, на который вы точно не забудете подписаться и поставить лайк или дизлайк, техника тоже находится на самом высоком уровне, на грани фантастики. Итак, давайте измерим корпус часов. Как вы видите, корпус часов 44 мм ровно, что говорит о выдающих всех характеристиках измерительного прибора. Головку бы стоит, конечно, завинтить. О том, что головка у нас отлично завинчивается и вывинчивается, говорит то, что я в этих неудобных перчатках без проблем с ней справляюсь. Так что очень высокое качество изготовления корпуса. Итак, ширина с головки у нас 47,9 мм. Высота вместе с ушками 50,9. Диаметр задней крышки 12,7. Так как стекло выпуклое и в разных местах оно находится на разном удалении, то, естественно, толщина у нас колеблется.
Расстояние между ушками я измерять не буду, так как и так понятно, какое оно должно быть. Ну ладно, уж измерю, что мне стоит лишний раз измерить. 21,8, то есть ремешок у нас 22 миллиметра нужен для этих великолепных часов. Я думаю, у них очень высокая водозащита, 100 для них точно будут проблемы не вызовет, погружение на 100 метров. Значит, что я еще хотел сказать? Я хотел сказать, что надо сравнить с пластиковой карты размер, потому что не все могут. Кто-то спичный коробок использует, я использую карту, вот видите? Практически полностью они в эту карту. В эту карту вот так. Значит, что еще надо сделать? Взвесим часы. Не очень много места, поэтому, скорее всего, будет... А, нет, все видно. Да, это здорово. Итак, часы у нас весят. А первая попытка... Вторая попытка. Часы в трех попытках весят у нас 80 грамм, что довольно приличный вес, говорящий о том, что часы выполнены из качественного металла. Потому что для часов на ремешке, а не на браслете, это довольно внушительный вес. Так, давайте поближе рассмотрим, что же нам предлагает циферблат. Итак, смотрим. Смотрим, как все это у нас выглядит. Очень высокое качество изготовления. Нанесение краски на секундную стрелку. Никаких неточностей мы не видим ни на корпусе, ни на ремешке. Заднюю крышку давайте. Отличная выштамповка. Обычно в данной ценовой категории выштамповок на часах практически встретить нельзя. Кстати, можно вот посмотреть на цвету, как выполнен у нас корпус данных часов. Оками бир медведь. Оками бир медведь. Кстати, заметьте, что у нас ремешок обладает быстросъемным механизмом, что опять же для данной ценовой категории в 2000 рублей большая редкость. Что я хочу сказать в заключении? Часы за свои деньги у нас, можно сказать, что просто подарок. За 2000 рублей вы ничего подобного не найдете ни на Алиэкспресс, вообще нигде. Поэтому рекомендую всем, кому нравится такой стиль, приобрести данные часы марки Оками. Как я уже сказал, продаются они в Санлайте. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ставить дизлайки, писать комментарии. Пишите то, что вам нравится, то, что вам не нравится. Чем больше подписчиков и комментариев, тем больше новых роликов и обзоров в будущем. Как я уже говорил в прошлые свои обзоры, часы я покупаю за свой счет и никакой выгоды с обзоров я не имею. Спасибо за внимание. До скорых встреч.